Всем привет, дорогие друзья! У микрофона, как всегда, я, Евген Бой, и это мое новое видео по игре Майнкрафт. И, ребята, сегодня щенячий патруль для меня сделали вот такие вот 4 портала. То есть, сделал гонщик портал, да, маршал, крепыш и Рокки, да. То есть, мы сегодня их будем проходить, ну а перед просмотром этого видео я, как всегда, хочу проверить вашу реакцию. Успеете ли вы за целую одну секунду поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ребята, давайте проверим, сколько же вас таких успеют это сделать. Даю вам одну секунду, раз. Я надеюсь, то, что вы успели, ребята. А если вы не успели, то прямо сейчас, пожалуйста, сделайте это. То есть, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Ребята, пожалуйста, реально подпишитесь, потому что меня всего лишь-то 60% смотрят без подписки. Да, целых 60% меня смотрят без подписки. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, вот прямо реально, пожалуйста. Да, и также решите мой суперский пример, сколько же будет 65 плюс 75. Да, напишите свой ответ в комментариях. И также я еще принимаю всех, друзья, ВКонтакте. Ссылочка есть в описании, да. Да, так что принимаю всех. Так, смотрите, как выглядит у нас порталы. Вот так вот, смотрите, тут целые механизмы. Их можно вот так вот включать, выключать. То есть, да, вот так вот, ребята, это все делается. Да, и мы сегодня, наверное, сейчас, точнее, будем проходить портал гонщика. Да, вот у нас гонщик, то есть вот. И потом еще остальные порталы. О, Евген Бой, привет! Короче, пройди, пожалуйста, наши порталы. Мы специально для тебя приготовили испытания. Ты должен их пройти. Хорошо, гонщик. В сундуке все вещи. Хорошо, ладно. О, нифига себе. Это, наверное, что-то опасное будет. Да, ребята, раз такие вещи-то жесткие выдаются. Так, ладно, давайте тут мы все возьмем. Вот это вот, нифига себе, сколько патронов. Вы посмотрите, да, ребята. Так, ну что ж, одеваемся. Смотрите, я оделся и теперь выгляжу вот так вот, да. Стильно выгляжу. Вот, ну что ж, давайте включим уже портал. Да, включим портал, все, он заработал. И давайте побежим сейчас в этот портал на счет 3. Раз, два, три. А, что, где это я появился? Ребята, почему тут так много балди? Ой-ой, как бы к ним не упасть. Да, смотрите, как их много. Давайте с автомата в них постреляем. Давайте, бдыщ, бдыщ, бдыщ. Смотрите, как много балди, ребята. Мне очень страшно, да, смотрите. Так, ладно, у нас же есть супер крутая броня. Давайте попробуем их одолеть вот так вот. Давайте стреляем, стреляем, стреляем вот так вот. Смотрите, у меня есть еще вот такой вот один блок. Да, и давайте попробуем вот сюда вот спрыгнуть. Так, ну мне кажется, у нас не получится ничего. Но, а нет, у нас получилось. Смотрите, ребята, да, смотрите, как их много. Офигеть, так давайте вот так вот попробуем. Нет, их очень много. Это просто, ребята, что-то. Да, ребят, их очень почему-то так много. Но я надеюсь, то, что мы их сейчас хотя бы победим. Да, давайте вот так вот тихонечко. Так, смотрите, у меня что есть. Почему я таким большим? Смотрите, какой он большой, ребята. Почему я не попадаю по ним вот так вот, да. Почему я не могу попасть? Почему мне приходится стрелять только с автомата? Да, это очень странно. Но мы сейчас попробуем. Так, давайте прыгаем. Ай, ай-яй-яй-яй. Эй, балди. Так, вы что делаете? Ай-яй-яй-яй. Так, давайте, давайте попробуем вот этим вот колыванским топором их. Вот так вот всех, смотрите. Ой-ой-ой-ой, их очень много, смотрите. Они ж меня вверх подкидывают. Как это так происходит? Так, давайте вот так вот, вот так вот. Так, эй, эй-яй-яй-яй. Так, дайте мне выйти-то хоть. Где это нахуй? Да ё, я не могу выйти. Ай-яй-яй-яй, как? Давай, давай, давай уже. Так, давайте с автомата их бдыщ. Всё, что? Я опять тут появился? Да, я не мог выйти на улицу. Почему? Так, ну ладно. Так, так, так. Ну, давайте, чё, выключим уже портал гонщика и включим портал маршала. И давайте просто на счет 3 забегаем туда. Раз, два, три. Что, где это я оказался? Я опять в каком-то доме. А, это домик щенячьего патруля. Так давайте ему его обустроим. Да, как раз таки меня просил маршал его обустроить. Так, давайте вот так вот, чтобы светло было. Да, вот так вот везде. Давайте вот так вот сделаем. Да, вот так вот красиво. Так, у нас есть 1 минута, чтобы все это обустроить. Так, берем, давайте какие-нибудь вот сюда вот кровати. Давайте их
Вот так вот поставим. Так, давайте это все вот сюда вот засунем. Да. Так, дальше что? Что мы берем? Что же мы берем-то? Так, давайте ему, не знаю зачем, но давайте поставим вот сюда вот пианино. Да, вот такое вот, смотрите, какое красивое. Так, давайте поставим ему еще вот сюда вот какой-нибудь стулик. Второй стулик. Вот, чтобы он за пианиной мог играть. Так, и давайте теперь обустроим ему еще кухню, потому что у нас реально мало времени. Это все делается на скорость. Так, давайте возьмем это. Давайте возьмем какой-нибудь кран. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, так, плиту. Давайте плиту вот такую вот возьмем. А где у нас кран? Где кран? Кран, кран, кран. Вот кран. Все, отлично. Так, теперь вот все. Так, давайте берем это, вот так вот все ставим. Во, смотрите, идеально просто, все. Так, дальше, что мы обустраиваем? Давайте мы теперь обустроим еще и второй этаж. Так, 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 ой, не тут я начал делать, да, это. Так, давайте обустроим ему уже второй этаж. Так, давайте вот так, 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 так. Так, давайте мы сейчас быстренько тут туалет ему построим, потому что, ну, реально. А, так, 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 у нас время ограниченное, просто одна минута на это дается, и мы должны все силы потратить на это. Так, давайте построим ему так, 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 получается. Так, давайте, 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 все кладем. Так. Все, отлично. И так, 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 давайте быстрее. Так, нет, не влазит. Ладно, не влазит, так не влазит. Так, все, вот так вот, смотрите, как красиво уже получается. Так, туалетная бумага. Так, давайте тут ванну поставим, вот, смотрите. Вот так вот, чтобы он мылся. Так, давайте вот сюда вот ему поставим душ. Так, что еще мы не поставили? Что же, что же, что же? А, компьютеры, все, мы тут все обустроили. Давайте ему компьютеры поставим вниз куда-нибудь. Вот, давайте ему поставим компьютеры куда-нибудь вниз. Вот, пусть тут сидит и играет, да. Так, 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 давайте, давайте, давайте быстрее. Так, у нас ограниченное просто время, реально. Я не знаю, вышло ли уже одна минута или нет. Так, давайте теперь в офис заходим. Так, давайте ставим ему стул. Мы успели, мы почти успели все тут обустроить. Так, давайте тут закроем. А где у него вход будет на второй этаж? Давайте. Так, не тут. Не тут, не тут, не тут. Давайте вот. Во, идеальное место. Все. Все, давайте лестницу берем, лестницу. Все, фух, давайте. Давайте ее как-нибудь, я не знаю, вот так вот поставим. Так, или давайте тут табуретку просто сломаем и вот так вот все поставим. Потому что реально тут ничего не влазит. Все, отлично, ребята. И еще давайте вот сюда вот поставим. Так, так, что мы сюда поставим? Давайте, если влезет это, мы... Нет, она не влазит. Ладно, ребята. Фух, я успел, ребята, да, все обустроить. Так, давайте выключаем портал Маршала и включаем портал Крепыша, да. И пойдемте уже телепортируемся. Так, давайте все забегаем. Что, ребята, где это я появился? О, нифига себе, тут Гренни. Так, давайте... Так, давайте попробуем вот так вот их одолеть. Я не знаю, у нас получится или нет, но мы сейчас это попробуем сделать. Так, ой, у нас даже ничего, ни блоков, ничего нету. Ай-яй-яй, не получается у нас достать до них. Так, но я думаю, то, что мы сейчас попробуем это сделать. Да, давайте, давайте, давайте. Так, Гренни, Гренни, давайте вот так вот просто стреляем, стреляем по ним, стреляем. Так, 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 так. Давайте, давайте, давайте. Так, давайте, прыгаем. Ай, больно же, больно. Так, сколько Гренни, смотрите. Ребята, это что такое? Так, давайте, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, Гренни, очень много Гренни. Так, я не понимаю, почему, откуда их столько. Так, все, 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 их мало осталось. Их мало осталось. Все, давайте. Так, ой-ой, три штуки Гренни осталось. Так, все, отлично. Ух, ребята, мы прошли этот портал. Да, давайте его выключим уже. Так, и последний портал Рокки, да. Так, фух. Я аж волнуюсь. Давайте, ну что ж, на счет 3. Раз, два и три. Что? Я опять появился тут, только тут уже хакеры. Так, ничего себе, вот это вот уже, ребята, как-то серьезно. Да, давайте-ка попробуем выбраться. Так, стекло не ломается. Ну почему? Так, видимо, это последнее испытание, и нам покажут, что это за домики были. Да, ребята, нам покажут. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Так, давайте их вот так вот постреляем. Вот так вот, вот так. Да-да-да, вот так вот аккуратненько. Давайте вот так. Вот так, ребята, давайте аккуратненько их постреляем. Давайте вот так вот теперь быстро. Быдыш, 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 быдыш. Да, их очень много, вы посмотрите. Ребята, ничего себе. Так, ладно, мы их затроллили. Так, давайте уже выйдем наконец. Так, все, давайте уже выйдем наконец. Да, нам разрешили выйти наконец-то. Давайте включим гамми-мода 1. Да, смотрите, какие милые домики. Да, то есть нам сказали, то есть пройти испытание, да, чтобы попасть в отряд чтения.
щенячьего патруля. И я это сделал, то есть нам надо было обустроить одну комнату и пройти тут всяких там страшных монстров, вот. Но мы с этим справились, да, ребята? И, кстати, давайте посмотрим, где же... А вон наши порталы! Только у меня вопрос, как они телепортировали вон туда нас? Да, вот у меня вот в этом вопрос. Так, ну что ж, давайте выключим уже последний портал. Да, а мы его даже не включали. Что? Лол. Так, ну ладно. Давайте уже... Короче, ребята, погнали в нашу базу. Тут вон еще всякие патрули. Да. На этом, ребятки, все. Не забываем подписываться на мой канал. Ну а также ставить лайки. Ну а с вами был я, Евген Бой. Всем удачи и всем пока-пока. Я вас всех люблю.